girls with their nails done long. Я всех приветствую, друзья, и давненько у нас не было выпусков, посвященных коллекционным фигуркам. И сегодня мы это дело исправим. Сегодня у нас сразу три фигурки на обзоре по совсем недавно вышедшему сериалу «Мандалорец». И все фанаты «Звездных войн» уже благополучно смотрят второй сезон, а ты, да-да, ты или та самая, которая находится по ту сторону монитора, смотрит сериал? Что? Нет? Да, это дело надо срочно исправлять. И в двух словах, сериал просто охренительный, с интригующим сюжетом, отличной актерской игрой, спецэффектами и гримом. И, собственно, фигурки у нас сегодня от фирмы Hasbro Black Series. Это не вся линейка фигурок данной серии. Подробнее с ней вы можете ознакомиться в интернете. Я взял только трех. И самый распространенный вопрос, который мне задают люди в комментариях: где ты покупаешь фигурки? Практически все фигурки из своей коллекции я купил на Авито, так как цены в магазинах коллекционных фигурок всегда заоблачные. Но опять же, на Авито есть шанс нарваться на мошенников. Поэтому будьте, друзья, бдительны, внимательно читайте все комментарии от других покупателей. И комментариев должно быть много. Просите продавца делать дополнительные снимки, и если он мошенник, то этим самым он себя проявит. Но если у вас есть бабло и вы не хотите париться, то просто покупайте в магазинах. Там с большей вероятностью вам точно все отправят. Далее, что касательно самих фигурок. Высота фигурки Мандалорца составляет 15 см, Карри Дюн 14, а высота малыша всего 2,5 см. И самый главный вопрос касательно фигурки Мандалорца, который наверняка у вас вертится в голове: снимается ли у него шлем? Нет, друзья, не снимается, к сожалению, я пробовал, и если бы я, наверное, перестарался, то, возможно, я бы ему башку отвернул. Так что, друзья, даже не пытайтесь, конкретно у этой фигурки не снимается, но я видел фигурки, у которых снимается шлем, и там под ним лицо актера Педро Паскаля. Но это не та фигурка. Плащ снимается прямо через шлем и одевается точно так же. Сзади есть крепление под ружье и реактивный ранец. И здесь уже, друзья, выбирайте сами, либо у вас реактивный ранец, либо у вас плащ и ружье. Самой дорогой фигуркой оказался Мандалорец. Его цена составила 3000 рублей. Карри Дюн взял за 1500, а малыша Йоду за косарь.
Теперь мою полку будут украшать сразу три замечательные фигурки из данного сериала, а я, пожалуй, продолжу его просмотр, ведь серий остается уже не так много. А вам, конечно же, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Да, я знаю, есть люди, которым не нравятся Звездные войны, у меня даже есть такие друзья, но я им посоветовал Мандалорца, и им сериал зашел, так что, кто знает, может вам тоже понравится. Если вам понравился данный видеоролик, то прошу его поддержать. А плейлист с другими коллекционными фигурками вы можете найти на моем канале. В завершении всем пожелаю удачи, а самое главное здоровья и добра в наше непростое время.